Все, здравствуйте, все, здравствуйте. Сегодня. Ой, то есть тут и рука истинная белого смеха. А пойдемте смотреть, жабка у нас на месте или нет. Лялечка, пойдешь жабку смотреть? Ой, феюшка. Феюшка, там жабка живет у нас. Больше тебя. Пойдемте посмотрим жабку. О, мой носок. А потом ущи свищит, а? Осторожно, чтобы никого не затоптать. У нас жабка в основном вот здесь живет. Так, ну здесь нет сегодня жабки, да? Ну-ка. Че, пошлите со мной. Ой, Вигусик пришла. Вигусик, красивая мордусик. А, вон эта большая жабка. Сидит красавица. Ждет принца своего, чтобы ее поцеловали, да? Здоровая такая. Вот моя рука. Сейчас попробую рядом, чтобы она не убежала. Вот моя рука, видите? Размер жабки. Живет у нас в огурцах или в патиссонах. Еще одна зверюга у нас. Зверюга. Да, такая. Большая зверюга. Хорошо кушает, видимо, наша жабка. Только озорница. То в бассейне пытается утонуть, то в баке в каком-нибудь. А как же жалко. Тварь же божья. Я? Тварь божья. Милота вы моя милота. Сейчас курицу нам привезут. Я вам навалю курочки. Да? Вот, вот. Все будете кушать. Довольные будете, да? Как можно не любить своих же товарищей, да? Хоть и пакостите, вредите иногда, а все равно хорошие. Самые лучшие, самые родные. А дядя Лялечка в последнее время прям серьезный пес становится. Да, Лялюша? Ой, да. Вот телевашки, обнимашки тут же. Геру отогнала, говорит, не хочу с тобой играть. А с шейхом играет. Ой, побежали. Фейка тоже побежала за ними проверять, куда они. Ну, вот так вот и гуляем. То жабок проверяем, то в игрушки играем. А всем хорошего дня и прекрасного настроения.